Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare 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 Hare
Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om namo So I'd like to read a verse from Bhagavad Gita, chapter 9. Итак, мы читаем Бхагавад Гиту, главу 9, текст 13. Махатмана мампата. Дайвим пракритим ашрита. Дайвим пракритим ашрита. Баджанти ананья манасо. Баджанти ананья манасо. Ядва бута дима вьяям. Ядва бута дима вьяям. Перевод. О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я, Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе дано описание Махатмы. Главным признаком Махатмы является то, что он находится под покровительством божественной природы. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как можно достичь такого уровня? Об этом сказано в 7 главе. Тот, кто предается Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться Верховной Личности Бога. Это первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии Господа, выходя из-под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. Духовную энергию, которая берет под свое покровительство живое существо, называют дайви прокрити, божественной природой. Когда, предавшись Верховной Личности Бога, человек достигает духовного уровня, он становится великой душой, махатмой. Все внимание Махатмы сосредоточено на Кришне, ибо он до конца осознал, что Кришна — это изначальная Верховная Личность, причина всех причин. У него в этом нет никаких сомнений. Стать Махатмой, великой душой, можно, общаясь с другими Махатмами, чистыми преданными Господа. Чистых преданных не привлекают другие образы Кришны, такие, например, как четырехрукий Махавишну. Все их внимание сосредоточено на двурукой форме Кришны. Они не испытывают влечения к другим проявлениям Бога, не говоря уже о людях или полубогах. Обладая сознанием Кришны, они сосредотачивают все свои помыслы только на Кришне. Они постоянно служат Господу в сознании Кришны и никогда не сходят с пути преданного служения. Through divine association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form of a demigod or of a human being. They meditate only on Krishna, in Krishna consciousness. They are always engaged in the unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Om jnana timarandasya jnananjana shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Guru Vancha Kaupatarubhyasya Kripa Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale
Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Vishatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaurabhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare So Srila Prabhupada has described here to us something of the features of a Mahatma. Говорит нам о признаках Махатмы, о некоторых его чертах. We all heard the term Mahatma in relation to Mahatma Gandhi. Мы понимаем это слово обычно в связи с Махатмой Ганди. Касательно Индии мы сразу вспоминаем о Махатме Ганди. Однако в этом слове немножко больше смысла. Чем просто Махатма Ганди. Прабхупада тоже был последователем Махатмы Ганди в самом начале. Однако он встретил своего духовного учителя, который был настоящим Махатмой. Махатма Ганди, как о нем говорили, среди политиков он был святым. Однако среди Махатмов, Махатм он был политиком. То есть не это то, что он представлял, было не совсем духовным. То есть мы должны понять особую квалификацию Бхактивиданты Свами о том, как он нес эту миссию сознания Кришны. Как я уже сказал, он тоже принял духовного учителя. Когда он был молодым человеком, он изучал санскрит, также английский. И он был в Калькутте. Его отправили туда для того, чтобы он изучал эти вещи. Не только это. Однако его отец и мать были вайшнавы. Они были он с самого рождения был вегетарианцем. И также он никогда не пробовал даже чая. Мы бы это сочли трудным, да? И вот говоря о его рождении, можно сказать, что родиться в такой ситуации – это большое благословение. Это не случайность. Это соответствует его прошлой деятельности, как мы можем сказать, карма. В соответствии с запасом вашей греховной и благочестивой деятельности, мы рождаемся в особой ситуации. И он родился в таких условиях, в вайшнавской семье, где поклонялись Кришне. Его отец также учил его играть на мриданге. Он был еще мальчиком и уже играл на мриданге и физгармонии. И регулярно ходил в храм. Не просто ходил в храм, но также он, когда был мальчиком, проводил радхаятру. Его отец помогал ему в этом. Он просил отца, что он хочет провести радхаятру. И отец, конечно же, помог ему. Вот таково было детство Бхактивиданты Свами. То есть он был помещен в такую ситуацию. И затем, как я уже сказала, он учил санскрит в престижном институте в Калькатте. Он учил там санскрит и английский, и также свой родной язык бенгали и, конечно, хинди, который является государственным языком в Индии. И если вы знаете эти языки, то у вас есть хорошая квалификация для того, чтобы понять священные писания и
дойти до уровня самопознания и узнать больше о высшей цели жизни. Если вы говорите на хинди, бенгали, английском, то у вас будет контакт с людьми, вы будете общаться с ними. И у Прабхупады была такая квалификация. Итак, когда он был молодым человеком, собрался жениться, он работал, начинал свой бизнес, он начинал обычную семейную жизнь, однако, когда ему было 26 лет, его друг сказал ему, хотел пригласить его на встречу с настоящим махатмой. Он пошел с большой неохотой на эту встречу, поскольку он видел так много людей, которые не были настоящими махатмами. Мы также знаем, что и сегодня у нас много ненастоящих махатам. Они все негодяи, все обманщики, просто хотят выманить ваши деньги. И я думаю, что он думал таким же образом. Однако его друг сказал ему, нет, этот человек настоящий, он настоящий святой, очень искренний человек, пожалуйста, иди со мной. Итак, по просьбе своего друга он пошел с ним. И вот именно эта личность стала позднее его духовным учителем. Это было в Калькутте в 1922, и позднее Шрила Прабхупада встретился с ним. И что же там случилось? Когда Шрила Прабхупада приходил туда, в собрание, и видел, что этот махатма там сидел, а люди были вокруг него, и он сразу же заговорил с ним и сказал, ты молодой человек, такой образованный, почему ты не распространяешь миссию Господа Чайтанья Махапрабху, почему не распространяешь его знания? Чайтанья Махапрабху, вы видите его на алтаре, вот здесь слева две фигурки, вы видите, слева это Нитьянанда, а рядом с ним, справа от него, это Чайтанья. Шри Чайтанья Махапрабху. Иногда мы просто зовем его Гауранга. Чайтанья Махапрабху явился в этом мире около 500 лет назад в Майяпуре. И он пропагандировал то, что мы называем Юга-дхармой. Процесс практики религии в этом веке, который является санкиртана. Киртана — это воспевание, и сан — это когда мы все приводим вместе, чтобы воспевать святые имена Господа. Чайтанья Махапрабху поступал таким образом. Итак, махатма святой спросил Бхактивиданту, ты такой образованный молодой человек, почему ты не распространяешь миссию Чайтанья Махапрабху? И Шрила Прабхупада говорит, что в то время он был одет в хади, в одежду из ткани хади, которую одевались последователи Ганди. Он был последователем Ганди, и в то время, в 1922, Индия была под управлением Британии, и многие люди желали независимости для Индии, конечно же. И Ганди трудился ради этой цели. Бхактивиданта с вами ответил, для него это был как вызов. Представляете, вы только зашли в комнату, и вам сразу, вы зачем вы это делаете? И вот он был изумлен.
таким приемом. Ну что, его так сразу же спросили, это внезапно. И Шрила Прабхупада говорит, что он попытался поспорить. Он сказал: «О, наша страна сейчас не свободна. Нам нужна сначала независимость, только после этого мы можем распространять это послание, это знание, Чайтанья Махапрабху». Однако Бхактисиддханта Сарасвати сказал, сразу же сказал, нет, ты не прав. Духовная миссия не может ждать каких-то политических изменений. Политические изменения приходят и уходят, они очень временны. А миссия распространения духовного знания гораздо более важно. Оно не может ждать политических изменений. И позднее мы увидим, что Шрила Прабхупада также принял этот принцип. Позднее, конечно же, Шрила Прабхупада отрекся от мира и занялся этой миссией, поехал на Запад, чтобы распространить там сознание Кришны. Он также пытался сделать это в Индии, в своей родной стране, однако он не нашел там отклика. Многие люди в Индии там больше интересовались следованием Западу. Они хотели быть как люди с Запада. Они не особо гордились своей культурой. И он решил, что лучше будет поехать на Запад и завербовать людей там на Западе, и привезти их в Индию, и показать индийцам: вы хотите быть как западные? Вот, пожалуйста, вот вам западные. Будьте как они. Прабхупада приехал в Америку, там собрал людей и вернулся с ними в Индию несколькими годами позже с молодыми белыми. Женщины были в саре, все мужчины были в дхоти, у них были покрыты головы, была шикха, у них была тилака и канкималы. И Прабхупада говорил: вы хотите на Запад? Ну вот, пожалуйста, следуйте им. Он хотел повлиять на них, показать им истинную ценность жизни. И это ценность не в том, чтобы быть богатым. Приезжие с Запада, вы знаете, что у них более высокий уровень жизни. Особенно в 60-е годы, когда Шрила Прабхупада поехал на Запад. Условия и стандарты на Западе были намного выше, чем в Индии в те времена. И, конечно, люди хотели более высокого уровня жизни. Однако это же не цель жизни. Высокий уровень жизни все равно временный. Сколько вы сможете наслаждаться этими временными благами? Мы должны понять временную природу материального мира, и мы живем в материальном теле, в материальном мире. И то, что это материальное, означает, что оно временное. Наше тело у нас есть сегодня, а завтра оно придет к концу. Мы оставим тело, и нам придется принимать другое тело. И, к сожалению, поскольку мы слепы, ослеплены материализмом, мы не думаем о будущем. Мы думаем только о настоящем. Я хочу наслаждаться. Я хочу удовлетворять мои желания. Я хочу жить комфортно. Однако мы должны понять, что ваш комфорт тоже временный. Сколько времени вы сможете комфортно существовать в теле? В один прекрасный день это тело придет в упадок и исчезнет. Вы оставите это тело, а затем примите другое тело. И куда вы пойдете? Мы
хотим понять. Это важный основной принцип. Мы не тело, мы духовная душа, мы верная душа. И в прошлом у нас было много таких тел. И мы будем продолжать принимать тела одно за другим. А пока не придем к осознанию своей настоящей духовной природы. Шрила Прабхупада был абсолютно убежден в этом знании, настолько, что в 60 лет с лишним он отправился в Соединенные Штаты практически без денег. Вы можете вообразить, что вы поедете в Америку без денег? Вы там никого не знаете. Как вы будете жить? Я сейчас только был на Ближнем Востоке, в Дубае, и туда нельзя приехать, не имея $1000, не меньше, чем $1000. Вот такое требование там сейчас установлено. И вот в 1960-е Прабхупада поехал в Америку. У него было... И когда корабль прибыл в харбор, капитан корабля, мы помним, что Прабхупада путешествовал в Америку на корабле, а не на самолете. Он плыл на корабле, и он получил билет от одной благочестивой индийской женщины. Это был пароход, и капитан был благочестивым человеком, Шрила Прабхупада принес с собой несколько своих книг, несколько Шримад Бхагаватам, несколько томов, и он отдал их капитану и спросил: «Вам нравятся мои книги?» И показал ему Бхагаватам, и продал ему комплект, капитан заплатил ему $20. Вот у него были только эти деньги, когда он приехал в Америку. $20, конечно, это не так много. Даже в 60-е Прабхупада говорил, что это деньги на несколько часов. Однако, вот так он прибыл в Соединенные Штаты. Он был убежден в милости Кришны, и он зависел от Кришны. Господь Кришна утверждает в Бхагавад-гите: «Я даю тебе то, в чем ты нуждаешься, и сохраняю у тебя то, что у тебя уже есть». И он был убежден в том, что Кришна позаботится о нем. Вот это святой, истинный Махатма. Он зависит только от Верховного Господа. И он не требует от Господа чего-то. Он не молит его: «Гай мне, дай мне». Он просто выполняет свои обязанности, чтобы представить послание Господа Кришны и распространить духовное знание. Мы знаем, что когда у нас проблемы, мы приходим в храм и молим Божество: «Ой, Кришна, пожалуйста, помоги». Но Шрила Прабхупада не поступал так. Он просто учил и распространял знания, сознание Кришны всем, кто слушал его. И таким образом он принес сознание Кришны в западный мир, прежде всего в Соединенные Штаты, и позже он отправлял учеников в разные страны, чтобы они несли туда сознание Кришны. Кто-то поехал в Австралию, кто-то поехал в Великобританию, кто-то во Францию. Преданные поезжали в разные страны. И вот так началось сознание Кришны. Прабхупада говорил им: «Вы там? Я приеду туда». И туда кто-нибудь приезжал, а затем приезжал туда и Шрила Прабхупада. И так
Шрила Прабхупада очень хотел поехать в Россию. Это было в 60-е годы, в ранние 70-е. Шрила Прабхупада очень хотел поехать в Россию. А в те времена Россия была совершенно закрытой страной, там были коммунисты. Было не так просто поехать туда, однако как-то Шрила Прабхупада смог сделать это. Ему организовали встречу с профессором МГУ, профессором Восточного факультета, и он встретился с Прабхупадой и беседовал с ним. Это есть запись с русским профессором, профессором Котовским. Вот такое было его имя. И вот он встретился со Шрилой Прабхупадой, говорил с ним. Ничего особо позитивного туда не вышло. Однако, что же произошло? Слуга Шрилы Прабхупады, секретарь, вышел купить риса. Оказалось, что там сложно найти рис, особенно в то время. Все было по карточкам, в том числе рис. И он пошел поискать рис, и к нему встретился один русский и спросил его: у тебя есть записи Beatles? Это были 60-е, понимаете, Beatles были страшно популярны, все знали музыку. В России такие вещи не разрешались. Там не было Beatles. И вот этот молодой человек, конечно, слышал об этом и спросил у него: а у тебя есть Beatles? И секретарь сообразил, он сказал: у меня нет Beatles записи, однако у меня есть гуру Beatles. И тот сказал: о, здорово, ну пошли к нему. И он привел его, познакомил его с Прабхупадой. И, если вы знаете, Прабхупада поговорил с ним. И этот человек был очень... Прабхупада был очень впечатлен тем, насколько любознателен был русский молодой человек, насколько он был восприимчив к сознанию Кришны. Шрила Прабхупада, хотя он был там всего несколько дней, он провел там всего лишь несколько дней, разговаривая с этим человеком, и он очень впечатлил его сознанием Кришны. И этот молодой человек оказался настолько убежден в этом, что он принял сознание Кришны. И Шрила Прабхупада организовал так, что, видя, что он так заинтересовался, он рассказал: я тебе пришлю жену. И он сказал: француженки очень красивые, я тебе пришлю какую-нибудь хорошенькую француженку, чтобы ты на ней женился. И Шрила Прабхупада устроил так, что одна преданная француженка, которая служила в Лондоне, я как раз был там, я помню очень хорошо, как все это происходило. Прабхупада ей написал: я хочу, чтобы ты поехала в Россию, там один молодой человек, вот выходи за него замуж. Представьте себе, молодая девушка. Она сказала, Прабхупада сказал, я должна делать это. И она поехала, вышла за него замуж, учила его сознанию Кришны. Они путешествовали по всей России, распространяли сознание Кришны. Хотя Прабхупада туда больше не вернулся, этот молодой человек получил инициацию Шрилы Прабхупады, и он встретил многих преданных. И вы можете видеть теперь, сколько в России сейчас преданных, или на Украине, сколько там преданных, столько центров. Это Прабхупада был в этом настоящим специалистом, повсюду путешествовал, ехал в Россию в 70-71 году, когда там все было так закрыто. Он также ездил в Африку. Он отправлял преданных в Кению, чтобы проповедовать в Африке.
Но Прабхупада сам поехал туда. Однако, когда Шрила Прабхупада приехал туда, он сказал преданным, где тут африканцы? Вы сюда привели только индийцев. Он сказал, я отправил в Африку проповедовать африканцам. А где тут африканцы? Преданные сказали, ой, это так трудно проповедовать африканцам. Индийцы, конечно, такие хорошие, преданные, они так интересуются. Прабхупада сказал, да, я знаю. Я не против того, чтобы вы им проповедовали, однако наша истинная миссия – это проповедовать местному населению. Вы должны проповедовать африканцам также. И Прабхупада настаивал, чтобы они организовали программу. И там была какая-то группа африканцев, и Прабхупада показал, как нужно проповедовать и представлять сознание Кришны африканцам. Прабхупада также ездил в Гонконг. Он очень хотел, чтобы мы проповедовали в Китае. И один молодой человек из Китая стал преданным в Гонконге. И когда Прабхупада был в Гонконге, этот китаец тоже воспринял сознание Кришны. Позднее этот китаец был в Майпуре на Гаура-Пурниме, приехал туда, Прабхупада дал ему инициацию. Вот это первый китайский преданный. И Прабхупада сказал нашим своим духовным братьям, вот смотрите, даже китайцы приходят, потому что его духовные братья проповедовали только в Индии, не проповедовали за ее пределами, а Шрила Прабхупада вынес это знание за пределы Индии в другие страны и распространил послание Кришны всем. Он вдохновлял также своих духовных братьев. Вы тоже должны ехать, это там такое большое поле для проповеди, целый мир должен знать сознающим Кришну. Я всегда помню, что Прабхупада нам все время говорил, вы должны делать свою жизнь полезной, не тратьте свою жизнь на материальные наслаждения, делайте что-то полезное. И если вы куда-нибудь идите, то представляйте знание Кришны, то тогда вы принесете пользу. Если вы куда-то поедете и будете распространять сознание Кришны, то вы получите признание. Прабхупада так вдохновлял нас, что мы должны проповедовать. Я был тогда совсем молодым, мне был 21, я только закончил университет, поступил туда из колледжа. Я думал, да, мне надо работу, я буду контролировать мир, буду наслаждаться им. Однако, когда вы начинаете работать в мире бизнеса, вы понимаете, что это не очень приятно и не удовлетворяет вас. И тогда я встретил преданных, и я начал слушать Шрилу Прабхупаду, и я стал убежденным в том, что это самое важное. И я решил, что я отдам всю мою жизнь в сознание Кришны. Прабхупада сказал, отдайте только жизнь Кришне. У вас было столько жизней, вы их потратили на что попало. Пожалуйста, отдайте Кришне только одну жизнь. И Прабхупада проповедовал нас, и учил нас, и вдохновлял, что мы должны пожертвовать и убедиться в том, что в сознании Кришны. Мы увидели, что сознание Кришны на самом деле развивается, с тех пор, как со времен Прабхупады оно очень развивается, особенно в Индии, там очень большое развитие, и не только в Индии, в России тоже столько преданных, и в Китае тоже есть преданные. Там нет храмов, конечно, они незаконные. Однако там столько людей, сознающих Кришну. Там много киртанов по всему миру. Движение санкиртаны распространилось. Господь Чайтанья предсказывал. Святые имена будут воспевать в каждом городе и деревне по всему миру.
Господь Чайтанья предсказывал такие вещи, и люди всегда думали, это просто какое-то высказывание, это никогда не произойдет. На самом деле, однако Шрила Прабхупада был убежден в том, что это случится. И он показал, что он смог сделать так, чтобы это случилось, и святые имена распространились по всему миру, во всех частях света. И мы должны верить в том, что все, что сказано в шастрах, в священных писаниях, это не просто какая-то поэзия, это не просто какая-то философия, это реальный факт, который дан нам для нас. И если мы последуем процессу сознания Кришны, тогда, конечно же, мы получим величайшее благо. И благо, что мы не потратим зря свою человеческую жизнь. У нас ценнейшая человеческая жизнь. Это великая удача. Существует 4 800 000 видов жизни, и всего 400 000 человеческих видов жизни. Мы очень удачливы, имея человеческое тело, и мы еще более удачливы, если мы узнали о сознании Кришны. Мы можем понять о нашей вечной духовной природе. Это великая удача, это очень редко получить такую возможность. И если мы извлечем пользу из этого, тогда мы преодолеем океан рождений и смертей. Мы здесь, в материальном мире. И факт в том, что мы родились, мы умрем. Это происходит все время. Мы много раз рождались и будем продолжать рождаться. И это не очень приятно. Мир не становится лучше. Это иллюзия. Думать, что ситуация в мире улучшается, что мы живем более комфортно. Это не факт. Мир становится все более адским. Мир все больше и больше похож на ад. Больше, чем раньше. И если вы родитесь, не факт, что вы появитесь на свет из утробы. Вас могут убить в утробе. Многих убивают, и они не рождаются сегодня. Это Кали-юга. Столько зла. И мы счастливы иметь человеческое тело, и мы должны использовать его правильно. Мы должны понимать, прежде всего, свое тождество с духовной душой, чтобы духовные души. Иногда люди спрашивали Шрилу Прабхупаду, сколько лет вам, Свами Джи? Прабхупада отвечал им, у меня тот же возраст, что и у вас, но и столько же лет. Имелось в виду, я душа, я не тело. Мы все души, мы все вечные души. Мы должны понять свою вечную духовную природу. И тогда мы можем правильно использовать эту духовную природу. И правильное использование значит заняться служением с трансцендентным бытием. С помощью священных писаний, таких как Бхагавад-гита и других, мы можем научиться этой философии, и она убедит нас в послании Чайтаньи Махапрабху, учении Господа Шри Кришны. Как оно было дано нам, это послание, которое настолько жизненно важно для нас сейчас, понимать эти вещи. И это не то, что мы просто прочитали, однако мы должны применять это. Мы видим, а на примере Бхактивиданта Свами Прабхупады, что он применял все, что он делал, было в соответствии со священными писаниями. Он не тратил ни секунды своего времени. Он победил сон и еду. Он сказал нам, когда я был молодым, я победил
совокупление и оборону. А теперь, когда я составился, я также преодолел сон и еду. Конечно, это занятие на самом деле животных. Сон, совокупление, еда, оборона, а человеческая жизнь – это нечто большее, чем эти четыре вещи. И это значит исследовать, задавать вопросы, чтобы понять абсолютную истину. И мы можем получить это знание, когда мы начинаем читать священные писания, такие как Бхагавад-гита. Абсолютная истина. Мы знаем относительную истину и наслаждаемся ею. Однако мы знаем, что относительная значит временная, она долго не продлится. Мы должны понять абсолютную, вечную истину. И мы можем понять ее очень легко, если начнем воспевать Махамантру. Шрила Прабхупада познакомил нас с воспеванием Хари Кришна Махамантры. Все время воспевал сам, и он других людей тоже дал это воспевание, и это воспевание распространилось повсюду, и люди продолжают воспевать. И они получают огромное удовольствие от этой деятельности, воспевая. Это не какая-то материальная развлекательная деятельность. Это трансцендентный опыт. Для неофитов это приятно, а для того, кто на высшем уровне, на трансцендентном уровне, это духовное удовольствие. И даже если тот, кто приходит на высший уровень самореализации, он должен продолжать воспевать Махамантру, и он получает оттуда все больше и больше наслаждения. Воспевая. Вначале это является наслаждением, и на высшем уровне это также наслаждение. Наслаждение везде. Оно исходит из святого имени, из воспевания Хари Кришна мантры. Очень рад видеть вас всех сегодня. Я хочу, чтобы я слышала, вы все воспевали раньше, да? Есть какие-то вопросы? У кого-то есть вопросы? Вы хотите что-то спросить? Было предсказано, что это знание распространится по всему миру, и в то же самое время говорится, что меня знают очень немногие. Как вам понять это противоречие? Да, Прабху имеет в виду шлоку из Бхагавад-гиты, где сказано, что из тысяч людей только один стремится к совершенству, и из тех, кто стремится к совершенству, только едва ли один знает меня поистине. И вот он спрашивает, как мы можем это соединить с фактом, что мы должны распространить сознание Кришны для всех. Мы хотим, чтобы все воспевали святые имена. Да, Господь Кришна говорит Арджуне. Люди, которые интересуются этим, становятся совершенными. Они, может, стремятся к йога-сиддхам, к мистическим силам. Они думают, что это совершенство. Или они выходят на уровень трансцендентности, погружаются в единство и чувствуют единство со всем миром. И они думают, что это совершенство. Однако есть кое-что выше, чем это. И это абсолютная истина. И это то, что абсолютная истина – это личность. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, это очень редко, редко, что кто-то меня знает поистине. А преданные более милостивы, чем Кришна. Господь Кришна очень редко открывает сам себя другим. Почему? Потому что он
контролируются своими преданными. Господь Кришна, например, стал колесничим Арджуны, и он стал посланником от лица Махараджи Юдхиштхиры. Поэтому очень неохотно дает другим чистую преданность. Однако преданные, как Прабхупада и другие преданные, более милостивы, чем Кришна. Они дают Кришну всем. Они хотят рассказать всем о Кришне и дать им это послание всем. Они намного более милостивы, чем Кришна. И Господь Кришне, Господу Кришне нравится это. Ему нравится видеть, как его преданные получают признание, как, например, на поле битвы Курукшетры. Господь Кришна не воевал там сам. Он мог победить всех, однако он захотел, чтобы это сделал Арджуна. Хотел, чтобы Арджуна прославился, получил признание. И в Бхагавад-гите сказано: «Будь инструментом в моих руках». И преданные Кришны таковы. Они просто инструменты в служении Господу Кришне. Они распространяют послание Кришны всем. И Кришне это нравится. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: нет никого более дорогого мне, чем человек, который распространяет это знание всем. Господу Кришне очень нравится это, когда его преданные распространяют сознание Кришны, дают его святые имена, позволяют другим слышать святые имена. Господь Кришна сам пришел 500 лет назад, как Чайтанья Махапрабху, и Чайтанья как Чайтанья Махапрабху, он занимался санкиртаной, воспевал святые имена, распространял святые имена, позволил всем слушать воспевание. Мы можем не воспевать, а просто слушать воспевание, и тогда получим благо. Просто слушая, если вы воспеваете и принимаете участие, это намного более благоприятно. Однако даже если вы просто слушаете, все равно вы получите какое-то благо. Вот тайна сознания Кришны. Господь Кришна сам не распространяет его, однако он отправляет своих преданных для этого. Хорошо? Еще вопросы? Да, Матаджи? Мараш, could you tell us some lovely story, how was preaching Srila Prabhupada? Не могли бы вы рассказать нам какую-нибудь сладостную историю о том, как проповедовал Шрила Прабхупада? Историю о чем? О Шриле Прабхупаде, о его проповеди. Да. Я пытался это сделать. Как он проповедовал? Шрила Прабхупада всегда проповедовал. Он никогда не прекращал проповедовать. Когда мы ходили на утренние прогулки, он проповедовал. Всех любили ходить с ним на прогулки. Доктор сказал, что ему это полезно, и он каждый день ходил на прогулки, и вот он ходил. Иногда у меня была возможность пойти с ним. И он проповедовал нам, разговаривал с нами, иногда он проповедовал, иногда воспевал. Я помню, однажды он разговаривал, мы были в парке в Лондоне, и там был преданный. И там было дерево эвкалипта. Шрила Прабхупада сказал: из этого дерева можно сделать хорошую зубочистку. То есть чистить палочкой эвкалипта,
зубы. Это гораздо лучше, чем щетка. Просто взять веточку и чистить ей зубы. Там это очень распространено. Предлагают вот эти прутики в Джаганатхапуре, в храме. Так эти прутики предлагают им, как зубные щетки. Итак, Прабхупада заходил эту веточку, преданный отломил веточку и подошел какой-то полицейский. Сказал, это собственность правительства. Представляете, вы не можете тут ветки отламывать. Полицейский его отчитал. Прабхупада потом сказал, эта страна, они все драгоценности забрали из Индии, а мы один прутик у них взяли, пожаловался, они сразу жалуются, они столько богатства вывезли из нашей страны, а мы всего один прутик взяли, а они уже разжаловались. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for sharing your realization.